Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена, и я рада вас приветствовать на моем канале «Мир рукоделия творчества. Вязание пряжи». Сегодня я хочу вам показать подборку пледов. Пледы связаны крючком и спицами. А также в этом видео вы не только увидите модели пледов, которые связаны руками, ручная работа, и также схемы. Схемы вы можете посмотреть детально и распечатать для вязания, пройдя по ссылке, которая указана в инфобоксе в описании под видео. Схемы я выкладываю на моем втором канале на Яндекс.Дзене. Название канала на Яндекс.Дзене «Мир рукоделия творчества. Вязание». Проходите по ссылочке, и если вас заинтересовала какая-нибудь модель пледа, вы можете эту схему распечатать. Также в конце видео я подобрала пряжу, из которой, как правило, чаще вяжут пледы, предназначенные для детей и для взрослых. И также небольшое видео, где я показываю и рассказываю о пряже, из которой вяжут пледы. Данное видео будет состоять из нескольких частей. Первая часть — это вводная. Вторая — я показываю модели пледов ручной работы. И третья часть — это обзор пряжи. И четвертая часть — вы посмотрите видео, где я уже эту пряжу показываю. Надеюсь, вам подборка понравится. И это только малая часть. Следует продолжение видео. Видео будет в нескольких частях. Спасибо, что вы смотрите мое видео до конца. И также благодарю вас за то, что вы подписываетесь на канал и проявляете интерес к моему творчеству. Напишите, пожалуйста, в комментариях, есть у вас пледы? Любите вы вязать предметы для домашнего текстиля, интерьера, и что вы вяжете для дома? Я в свое время связала плед. Это было 11 лет назад. Способ вязания — бабушкин квадрат принцип. Самая легкая модель пледа. Вяжется быстро. И даже справится начинающая рукодельница, вязальщица, которая учится вязать крючком. Вязала я его еще во время беременности. Думала, на УЗИ мне сказали, что у меня родится мальчик, сынок. А родилась девочка. Вот такая расцветка была подобрана. Вязала я из пряжи Янард Бэйби. И вот уже этому пледу 11 лет, и посмотрите, каким образом он выглядит. То есть, как новенький. Сейчас я вам буду показывать подборку, которую я сделала, нашла модели на просторах интернета. Приятного вам просмотра. И не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и включите колокольчик, чтобы не пропустить интересную и, надеюсь, для вас полезную информацию. И подписывайтесь на мой второй канал на Яндекс.Дзене для того, чтобы распечатывать схемы и вязать по ним. Все ссылки на пряжу, которые демонстрируются по ходу просмотра видео, вы можете посмотреть в описании под видео в инфобоксе. Проходите по ссылочкам, и можно выбрать, заказать пряжу. Также там представлена карта цветов пряжи и указаны все характеристики пряжи, свойства и цены. Я надеюсь, подборка вам понравилась, и вы сможете с легкостью выбрать пряжу для вязания пледов.
детская серия. Это пряжа Alize Baby Best. Цвет пряжи 55 белый. Состав у пряжи 90% акрил и 10% бамбук. Производитель рекомендует спицы номер 4-5, крючок номер 2-4. Давайте посмотрим метраж у пряжи. 100 граммах, 240 метров. Цвет мятный. По карте цветов производителя. Номер цвета 514. Так, две упаковочки пряжи. Также вот есть пряжа бисерная пехорка. Из нее часто, заказывают для вязания игрушек и детских вещей. Пряжа из эконом-серии, она недорогая. И вот здесь производитель указывает, что это летняя серия. Очень популярная и распространенная пряжа среди рукодельниц и вязальщиц. Цвет 01 белый, в упаковке 5 мотков по 100 грамм. Торговая марка «Пехорка», Россия. Метраж у пряжи 450 метров в 100 граммах. И состав у пряжи 100% акрил, высокообъемный. Хорошо ее берут для вязания игрушек, как я уже говорила. Цвет 125 камелия. Камера передает его намного ярче, чем он на самом деле в действительности. Далее. Тоже торговая марка «Пехорка». Детская новинка. Вот они сменили этикетку. Она стала более интересная, яркая. То есть это, видимо, из новой партии поступила от производителя. Вот таким образом выглядит пряжа с новой этикеткой. И вот раньше была вот такая этикетка. Состав пряжи и основные характеристики пряжи не поменялись. Производитель только сменил этикетку. Эта пряжа пользуется очень большой популярностью среди рукодельниц. Ее больше всего заказывают, каждый раз. И полный обзор пряжи есть на канале, я оставлю ссылку, всплывающие подсказки, также в инфобоксе вы можете посмотреть, какие вещи можно связать из этой пряжи. Также вы можете посмотреть образцы вязаных, связанные крючком и спицами, размеры вязаных образцов. Проходите по ссылке и знакомьтесь с пряжей более подробно. Сейчас вам просто покажу цвета. Цветовая гамма у производителя, именно у пряжи детская новинка, весьма богатая и разнообразная, и она всегда есть в наличии и доступна к покупке. Цвет 583 бирюза. Так как она недорогая, то ее заказывают упаковками, вяжут детские вещи, костюмчика, комбинзоны, пледы, покрывала, домашний текстиль, прихватки, коврики, кофты, штанишки для детей новорожденных. Очень замечательная пряжа. Цвет 18 персик, 12 желток, 324 цвет азалия. Яркие такие цвета. 284 оранжевый. Цвета есть яркие, приглушенные. Можно вязать даже одежду для взрослых. Но очень есть красивые цвета для детей, которые детишкам очень понравятся. И они будут носить вязаные вещи, связанные с этой пряжей, с большим удовольствием. Цвет 11 ярко-розовый.
цвет 15-й, темно-голубой. У меня очень много вещей, связанных именно из этой пряжи. Так, две упаковки темно-голубого. Красивый цвет. 26-й Василек. Прекрасная пряжа подойдет для мальчиков, вязание вещей для мальчиков и девочек. Пряжа тоже детской серии, это уже турецкая пряжа. Название пряжа Лизе. Торговая марка пряжи называется Baby Soft. Softy. Цвет белоснежная белка. Номер цвета у производителя по карте цветов 55. Метраж пряжи 50 грамм 115 метров. Давайте посмотрим состав. Состав это 100% микрополиэстер. Производитель рекомендует спицы номер 3 от 3 до 5, крючок от 2 до 4. В упаковке 5 мотков по 50 грамм. Вес упаковки 250 грамм. Такой вот цвет. Тоже детская серия, я вам уже показывала, не показывала еще. Пряжа от торговой марки Янард. Название пряжи Baby. Это пряжа предназначена для вязания детских вещей. Из нее вяжут костюмчики, шапочки, пледы. Она прекрасно вяжется крючком и спицами. Цвет пряжи 623. Метраж 50 грамм 150 метров. 100% акрил. В упаковке 5 мотков по 50 грамм. Такая пряжа. Они чем-то похожи между собой с пряжи детская новинка. Вот есть вот такой еще очень замечательный яркий цвет. Это тоже детская новинка. Цвет 483. Отличаются здесь, что вот детская новинка это высокообъемный акрил. Здесь производитель указывает, что 100% акрил. И метраж у них, вот пряжа Baby от Янард, она немножко толще. Метраж 50 грамм. 50 граммах 150 метров в Baby, а в детской новинке в 50 граммах 200 метров. Детская новинка в упаковке 10 мотков, а в пряже Baby от Янард всего лишь 5 мотков.